Всем привет! Это блюдо из селедки, сделано по рецепту из кулинарной книги 1959 года издания. Здесь все натуральные полезные ингредиенты. Очень хорошо тоже для тех, кто постится. У меня здесь две селедочки, но одну голову я выбросила. Поэтому у меня получилась такая толстая рыбка и одна голова. Ничего страшного. Приятного аппетита. Все подробности будут написаны под видео в описании.